На картодроме «Микс Картинг», который прежде назывался «Форза», прошел четвертый этап любительского соревнования «Аймол Микс». Пилоты преодолели экватор. Впереди у них остаются всего 3 отборочные гонки. А потому борьба за призовые очки в самом разгаре. Пока в общем зачете с разницей в пару очков лидируют команды «Мади», «Ракета» и «Мазда Картинг Академия». Но в любой момент все может измениться, ведь страсти на трассе кипят нешуточные. Таких сражений, как, например, были в самой сильной группе на минувшем этапе, организаторы даже не припоминают. У нас 8 команд приехали в одном круге с минимальными разрывами. И было интересно наблюдать за всей этой игрой. В 3 часа 40 минут такая какая-то шахматная партия разыгрывалась. 12 команд. Они там что-то крутились, вертели. Видно было, как поднимались, там друг друга менялись. И вот буквально на последних там где-то 20 минут до конца гонки вот уже поделили места. Любопытно при этом, что несмотря на ожесточенную борьбу, в чемпионате «Аймол Микс» преобладает теплая дружеская атмосфера. Пилоты обмениваются опытом и поддерживают друг друга, даже если выступают за разные команды. В основном все дружелюбно относятся друг к другу, даже внутри одной группы нет соперничества, вот такого с боевыми действиями. Очень дружный коллектив соперников, если можно так говорить. Стараемся уважать друг друга и на трассе, и за трассой. Дружеская обстановка, постоянное совершенствование регламента и техники, изменение конфигурации трассы, увеличение призового фонда и создание новых зачетов – все это делает чемпионат уникальным и в каком-то смысле даже престижным. Вероятно, именно поэтому «Аймол Микс» так активно и привлекает новых участников, не отпуская при этом старых. Я давно ездил. Первый «Микс» примерно 10 лет назад проехал. Да, потом перерывы, сейчас уже вот катаю 4, наверное, или 5 подряд миксов. Для меня это и какая-то такая своеобразная физическая нагрузка, ну и плюс любовь к гонкам. То есть, не знаю, какая-то эмоционально-физическая составляющая этого вопроса. Остается лишь добавить, что следующий, 5-й этап «Аймол Микс» состоится в последние выходные марта, а финальная гонка 16-го сезона пройдет в середине июня.